По таким осенним дорогам мы перемещаемся на нашей Наде. Вообще осень. Все. Мало листиков осталось уже. Сейчас ветер дует. Все поддует. Сейчас червей закопаем, позавтракаем и на рыбалку пойдем. Ну вот, мы на Становом. Когда мы сюда прибыли, было хмуро, пасмурно. Сейчас мы немножко поднастроили погоду. Что-то летит, пытается. Андрюха, блин, вообще классное озеро, красивое. Красота неописуемая. И ты тут такой стоишь, ничего, в пейзаж вписываешься. Эх, не понять вам особенностей российской глубинки. Один ты что ли? Кинул? Да я вправо, ты влево. Да нормально все будет. Становом. После того, как настроили погоду, смотри, какая красота. Красота неописуемая. Вот в два дня и будет такого солнца. Когда? Завтра? Что-то летит. Пацак, пацак, не обманывает, это некрасиво, родной. Я рыбу приехал ловить, понимаешь? Большую такую, большую рыбу, понимаешь?
хотел поймать щуку, травянуху без травы. Да. У него это. Лепота. Что ж ты не поймал вторую-то, а? Маленькую поймал, побольше не поймал. Становое нас не порадовало. Парики, парики. Попробуем парики. Это куда дальше еще идти?